Ростов, факел. Ох, друзья, прошел первый тайм. Что мне не нравилось в Торпедо, что мне нравится в факеле. Вот так вот люди из Воронежа хотят остаться в РПЛ. Как они играли первый тайм. Ростов практически не сделал ничего. По нулям на табло, смотрим второй тайм. Это, конечно, сенсейшн. Прошел второй тайм, второе место Ростов. Конечно же, он смотрится фаворитом. Проходит 11 секунд. На 46-й минуте Акбашев забивает первый. Первый гол. Счет становится 0-1 в пользу факел. На 74-й минуте в контратаке Апаев забивает гол. Счет становится 0-2 в пользу факела. Игра пошла волнообразная маленько. У факела, походу, открылось второе дыхание. Так и закончился 0-2. Это вообще сенсация. Поэтому этому матчу я ставлю 10 из 10 мячей.